Но вернемся из средневековья с его суевериями, мракобесиями, предрассудками в прогрессивный, но уже тоже минувший Тибет. Где же люди, скорее, такие замечательные люди. Азовые шар земной кружит, кружит. И в музыке, что всюду звучит, и с голубою тишиной рождены мы в атомный век. А этот век, представьте, таков, он создан для машины стихов. Он умный, он и озорной, потому что сердце и земля нам даны не зря. В этот непокорный век. Не хватит электронных машин, чтоб на вопрос ответить один: меня ты любишь или нет? А что ты скажешь, да или нет? Великие слова, да или нет? Одна ты можешь дать ответ, лишь ты, таков закон земли. Вечный вопрос, и в мире нет важнее ничего, и люди все решают его. Всегда, каков бы ни был век, даже если атомный век, но человек всегда человек. И в музыке летящих ракет звучат все те же тайны, потому что сердце и земля нам даны не зря. В этот непокорный век. La 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 la